В Бурятии подсчитано 232 сельхозорганизации, 1727 крестьянско-фермерских хозяйств, 556 индивидуальных предпринимателей, порядка 186 тысяч личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан, 416 некоммерческих объединений. За 10 лет доля работающих в сельском хозяйстве возросла на 8,5%, индивидуальных предпринимателей, напротив, сократилось на 5%. Число личных хозяйств граждан возросло на 10 тысяч. Удельный вес используемых сельхозугодий возрос с 50% до 75%. Ресурсный потенциал животноводства увеличился по всем видам. Так, согласно переписи в Бурятии крупного рогатого скота, насчитывается почти 380 тысяч голов. Из него коров 148 тысяч, свиней 133 тысячи, овец и коз 292 тысячи, лошадей 57 тысяч. Птицы 542 тысячи голов.